Всем привет! С вами Бартоломео, Ангел, Дечима. Мы играем в Borderlands. Два. Ру. Заметно, кстати, Барт, кто купил DLC-шку, а кто нет. Это ты про свою махроматку? Да-да-да. Это ты про свою. У Ангела, кстати, тоже есть. Я, да, у меня есть. А вы знаете, куда я вас веду? Нет, расскажи. Мы же в Borderlands играем, да? А я вот по Майнкрафту немного соскучился. И мы сейчас на локации. Как эта локация называется? Какой-то там мор, да, у нас вроде бы. Сейчас, секундочку. Едкие пещеры. Едкие пещеры. В общем, тут такие едкие пещеры. Смотри. Вау! Ау! Все выжили? Ангел, прыгай к нам. Подожди секунду. Нам нужно дождаться Ангела. Дэч, тут, как, короче, какой-то глюк. Смотри, у нас текстурки какие-то стали плохие. Сейчас Ангел придет, разберется. Ангел. Ангел. Ангел, мы, походу, это, попутали игру немножко. Да ладно. Есть немножко такого. Да, у меня убьют тут, пока сейчас Ангел добежит. Да я, вот уже. Я. Ангел, ты кирку взяла? Кирку? Да. Сюда, вот к нам. Смотри, нам нужна кирка. Нам нужна кирка. Нажми на буковку В. Давай, копай. Может, алмазы найдем. Алмазы, вокруг одни алмазы. Ну, вы понимаете, да, куда мы идем? Обалдеть. Мы, походу, нашли пещеру. Золото мое! Дэча, ты булыги собери немного, давай печку скрафтим. Угли. Ой, смотрите! Кто там? Там крипер! Урод! Это урод! Кто? Урод! Не надо так, это конечно крипер! Как же так можно было крипера назвать? Бам! Обалдеть! Я, конечно, извиняюсь, но я своего друга тоже позову, а то он очень кончается. Ну он друг твой быстро их всех убьет. Вон еще, смотри, бежит крипер. А, я их подниму. Криперов поднимешь? Да. Поднимай. Ты упала. Это не я, это ты. Это так, смотри, вон еще криперы бегут. Смотри, какой большой. Бабах. Так, что тут еще? Я пока добуду угля. Эй, Ангел, я хотел последний. У меня кирки нету. Что ты хотел? А базука они не разбиваются случайно? Не, надо ручками все. Уже что-то да, кирку не пацаны не захватили. В следующий раз бери с собой кирку. Парк, что ты нас не предупредил? Я под кирку взял, действительно. А куда пойдем, Барт? Так, Ангел, выбирай дорогу. Налево или направо? Налево. Давай налево. Налево плохо ходить, я пойду направо. Или давай просто по-другому их назовем. Первая или вторая пещера? Давай сюда. Мы будем ждать, пока Дэча нам выкопает. Давай, что-то. Просто постоим. Поработает. Кстати, вы знаете, что я бью молотком? Молотком? Да. Откуда взял с собой? Ну у меня это персонаж бьет молотком. Как Дэчима, все свое ношу с собой, да? Да. А, тут не было разницы, куда мы пойдем. Да, почему-то тут тупик. Плохая пещера. Вот, посмотри, мы застряли. А что теперь делать? Ну, я пойду во вторую. Ну, давайте. То же самое, Дэч. Я буду тебе встречу. Давай, ку-ку. В общем, вот такая вот пасхалка, секретка. Я думаю, я в секретке застрял. А тут точно некуда идти больше? Вроде некуда, я больше не нашел, куда можно идти. Вот такое вот маленькое место. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Можете посмотреть версию от Дэчм или от Ангела у них на канале, если они выложат. Прям сегодня же вы. Прям, да. Я быстрее, все отключаю, всем пока. Пока-пока. Всем пока-пока.
Подписывайтесь. Если будут комментарии показывать еще секреты разных игр, то можно будет снимать. Я много секретов вообще знаю, и в GTA-шке знаю, и... Ну... Я тоже много секретов знаю, многих. Так что... Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.